Служу России, служу закону. Товарищ полковник, младший лейтенант полиции Рымарь присягу приняла. Младший лейтенант полиции Рымарь закончила профильный вуз. Свой выбор профессии считает призванием. Прежде всего, я буду следить за собой. Все свои решения, чтобы были приняты по справедливости. И я не знаю, насколько у меня это получится, но я сделаю все возможное. С детства хотел вообще пойти служить в органы внутренних дел, так как эта профессия очень трудна, опасна. Помогаем людям простым, обеспечиваем правопорядок на улице. А младший сержант полиции Балашов поступил на службу в МВД после срочной в армии. Планирует учиться и тоже получить заветные звезды. И признается, что перед таким выбором профессии нужно хорошо подумать. Менялось многое. Название, задачи. Но было и то, что возникло в далекие петровские времена и остается незыблемым и по сей день. То, что составляет нравственную основу службы в полиции. Это любовь к своему отечеству, служение народу, верность долгу и присяге, честь, доблесть, отвага, мужество и готовность пожертвовать своей жизнью ради других. В юбилейную дату 305 лет полиции России к присяге привели 16 молодых сотрудников из Барнаула, Новоалтайска и Первомайского района. Принятие присяги сотрудника органов внутренних дел. Ура! 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 Вот вам наказ от ветеранов. От каждого от вас, от вашего отношения к служебным долгам, профессионализма, зависит благополучие, безопасность и спокойствие граждан. Законность, честность, храбрость и ваше главное оружие. Накопленные знания, преемственность – то, что делает подготовку кадров сильной, подчеркнул начальник МВД по краю Андрей Подолян. В честь юбилея ведомства сегодня не только принимали присягу, отличившихся сотрудников МВД наградили медалями и благодарностями. Юлия Щепина, Владислав Ковалев, «День с толком».